Здравствуйте, меня зовут Алена, я дизайнер. Много лет я занимаюсь медитациями и духовными практиками. Именно они привели меня к технике «Интуитивная живопись». Вашему вниманию я хочу предоставить работу, выполненную на холсте акриловыми красками с помощью кистей, мастихина и даже пальцев рук. Данная работа была выполнена на подарок определенному человеку. Изначально она не имела названия, но для конкурса я назвала ее «Переход». Интуитивная живопись – это одна из самых мягких, удивительных и в то же время глубинных техник для познания себя или другого человека. В данной картине я попыталась передать эмоции героя, прожить вместе с ним его опыт, пройти вместе с ним его судьбу. Кто-то в этой картине увидел город, суету, кто-то единство душ, а кто-то гармонию природы. А что увидели вы?